Всем привет, это канал Туман оф Плей, с вами Владимир. И мы играем в игру «Дожить до рассвета». Ого, как странно. Эй, ну ребята! Ну ребята! Эй. Сэм? О, Господи! В предыдущей серии вот что было. Выбор за тобой. Так, здесь я ошибся и зарубил оленя. Все. В итоге потеряли мы двоих. Слава богу, нам нужна помощь. Все, здесь она упала, в общем, ну это было в тот раз. Насилие. 4 часа до рассвета. Так, а кто у нас в живых остался? Это только Сэм. Майк пришел за ней, кстати. Что? Давай сюда. Подвал в доме. Так, и у нас еще жив Крис. Получается, трое всего осталось. Ну, давай, подтягивайся. Еще. Не спали ей руку, ты чё? А, вот, получилось. Ну, давай, он ее стянул, получается, вот этими стяжками, которые, ну, типа пластмассовых таких. Так, R2. Обычно, которые стягивают там коробки, всякое такое, барахлишко. Блин, крепко же он связал. Слава богу, ты нашел меня. Все хорошо. Ты как, цела? Так, тревога, где Джессика? Либо любопытство, как ты здесь оказался? Давай лучше про Джессику спросим. Где Джессика? Она разве не с тобой? Все, нету ее уже. Она погибла. Что? Нету Джессики. Посмотри, в предыдущих сериях увидишь. Когда мы соберем наших в целости и сохранности, я выслежу эту сволочь и по очереди оторву ему яйца. Ого. Слушай, вот этот самый маньяк напал на меня. Он показал мне видео. На одном из них убивали Джоша. Его просто разрезало на куски гигантской пилой. Охренеть. Так что здесь такое происходит? Тут есть дверь. Вроде заперта. Открой с той стороны. Так, надо дверь открыть. Сейчас откроем, ты не переживай. Все получится. Главное, развязались. Все. Фонарик есть, уже хорошо. Можно хотя бы в темноте спокойно ходить. Хотя как спокойно, там вдруг этот чувак будет... И одежды-то никакой, она в полотенце просто. Так, а давай здесь еще посмотрим, может быть, что-то в комнате нужное найдем. Пока не будем сразу уходить. Вот, кстати, да, что-то есть. А где? Подожди. А, или вот сюда, на камеру надо подойти. А, вот камера. Найдена улика. Ну покажите, что на камере-то, посмотри. Нельзя глянуть, что ли? Ладно, фиг с ним, идем дальше. Здесь еще двери, но они закрыты. Хорошо, значит выходим туда, все, здесь делать уже больше нечего. Где же ты бродишь, маньячелла? Так, а если прямо пройти? Нет, нет, никак, да, там все завалено. В общем, выбор либо сюда, либо сюда. Давай налево. Потому что здесь у нас Майк. В этой комнате. Можно было без него, конечно, пойти. Ну ладно, надо все-таки его с собой забрать. Сэм. Ну, у тебя и вид. Я тебе тоже рад. Тебе тоже не завидую.
Видок там у вас у всех. Вы уже подистаскались все, ребята, он вас замучил просто маньячело. Что ты делаешь? Видишь ли, Майкл, отбиваться от маньяков-убийц в полотенце не так уж и удобно. Вот, правильно, переоделся. Переодеться надо. О, да, прости. И нечего подсматривать. Ну все, готово. Вот теперь пошли. Я готов. Что это? Это что? Кто-то плачет. А кто там может быть-то? Уже, ну только Крис остался. Да, кстати, вот эта комната. А, то есть он мимо пальнул. О, Крис. О, Крис, 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 Крис. Какого хрена? Ты же слышал о классных патронах. Серьезно. А вот и показывают, кто он. Так этот парень, подожди, так этот самый Джо... Подожди, это кто? Это же хозяин дома, получается. О, боже. О, господи, Мэтт. Мэтт! Эмили, шахты. Эмили, что, выжила, что ли? Черт. О, черт. Подожди, кто под маской-то? Я что-то... Я пока не догнал. Кто это? Лицо знакомое. Он же кто здесь? Это случайно не хозяин? По-моему, он вначале там был. Так, ладно, давай Эмили будем спасать. Ну, еще раз качайся получше. Чуть-чуть не хватает. Давай. Вот, уже смотри. Это как сильно качнулось. Нормально. Может спастись еще. Так. Сейчас что-нибудь сверху грохнется. Черт. Черт. Черт, черт. Вау. Не, давай быстрее, быстрее надо ползти. Стоп, ну отходи. Ну ей вообще повезло реально. Надо сейчас не просрать этот момент. Еще валяться, лежать. Быстрее встала, убежала отсюда. Там есть же возможность. Ой, да, посмотрю еще, что там будет со мной. На тебе по ноге. Прилетело, блин. Досмотрела. Ну ладно, хоть здесь вовремя. Но это еще не вечер. Давай, давай, ты... Иди уже, выходи отсюда. Ну вот. Прощайте, 600 баксов. И это была моя любимая кофточка. Ну вот. Другое дело. Так, теперь есть факел у нее. И уже будет полегче идти, будет светло хотя бы. Но не факт, что она еще до рассвета выживет, потому что где-то бегает тут маньячело. Ну давай пошустрее. Спускаемся вниз. А вдруг там кто-то есть? Сейчас об этом узнаем. Ну-ка, свети хорошо. Освещай мне путь. Я иду к тебе. Вон какая-то дверь. Приехали на свою голову в этот дом. Так, а если сюда сходить? Слушай, ну можно, а давай попробуем дверь дернуть. Хотя, стоп, тут вроде недалеко идти. Нет, далеко там можно ходить. Давай дверь попробуем. А, стоп, 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 что-то моргает. Похоже, там дверь будет закрыта, надо и тележка этой разбить будет. И открываем.
Что-то сейчас мы тут найдем интересного. Найдена улика, фотография шахтера. На обороте, взрывной отряд. Готовимся к закладке динамита. Северо-западная горнодобывающая компания. Декабрь 1951 года. Ну-ка вагонетку эту попробуй. Что-нибудь с ней сделать. А, вот она на стопе стоит. Давай выдерни. Все, поехали, садись. Да, не успела сесть. Дверь открыта. Что-то она как зомбарь идет уже. Ну-ка давай повеселей, поживей, что там, побежали. Сама затупила, по ноге свалилась там что-то. Так, лифт. Можно ехать наверх, а можно еще пройтись посмотреть. Ну-ка давай глянем. Вот еще дверь. Но она закрыта. Так, ладно, пока остается вариант наверх и еще вот здесь прогуляться. Тоже что-то есть. Часы. Inout 36. Машина для учета рабочего времени. Все, больше нам здесь ничего не дадут сделать. Окей, идем, значит, туда, едем на лифте. Стоп. Вон что-то полыхнуло. Опять этот огнеметчик, что ли? Вот здесь еще есть, смотри. Моргает. А, лестница наверх. Либо на лифте, либо так. Давай на лифте попробуем. Лифт-то, может, вообще не работает. Да я тут хожу кругами. Сейчас поднимемся и узнаем, что там полыхнуло. Поехали. Ну нажимай, я не то нажал. Ага, точно, как я и говорил, лифт не работает. Как его включить? Вон рубильник. Ну вот как раз, чтобы его включить, получается, надо по лестнице лезть. Все, идем, все понятно. Идем обратно. И лезем по лестнице. Но там что-то есть или кто-то есть, там полыхнуло. И она этого не боится совсем, идет, просто идет. Давай, поползли. Навстречу приключениям. Что-то как-то вообще. Все так хорошо начиналось. Черт побери. Лестница просто сломалась и упала она. Она как будто не была не прибита, эта лестница. Ладно, давай попробуем. Что, связь есть? А, фонарик. Ой, скелеты тут все. Куда ты попала? О, боже. Мерзость. В эту яму, похоже, все падали. Ладно, идем вперед. Вариантов-то больше не остается, только вперед. Запугивают. А, тут, кстати, заколочено. И заколочено, по-моему, с этой стороны. О, как легко она выбила все. Ну, наверное, доски были старые совсем. Хорошо. Куда же ей податься? А вот что-то стоит. Еще улики. Фотография.
Так, наоборот, дорогой Билли, поскорее возвращайся домой, твои любящие жена и дочь, Агнес и Луиза. И два крестика стоит. А там дальше можно пройти, нет? Нет, похоже, не пускают. Ладно, есть еще вариант идти куда? Вот сюда. И здесь что-то лежит. Тотем, да? Нет, не тотем, маска. А, это маска, которой он ловил их, да? Получается, газом каким-то. Газом их пичкал, и все, и они засыпали. Стоп, там наверху лестница. Но внизу что-то лежит. Так, кусок лестницы. И там тоже кусок лестницы. Это, ладно, я хочу сюда сходить. Сюда, на меня. Потому что вдруг что-то здесь есть. Ага, все что ли? Так, ладно, ничего нету. Можно тогда идти наверх, пытаться залезть. Но это очень высоко. И без лестницы вряд ли удастся ей это сделать. А, залезть. Один вариант только. Залезть. Пошли залезем. Залезть, прыгнуть. А, не знаю, давай прыгнем. Прыгай. Ну, тут главное конечный результат. Это надо, чтобы она наверху осталась. Залезть, прыгнуть. Давай прыгнем. Но лестница может обломаться от прыжка от такого. Ну, ничего, вроде все нормально пока идет. Давай дальше. Смотри, проворная какая, а. Здесь просто наверх уже. Я надеюсь, никто меня не ждет здесь и не встречает. Как-то жутковато становится, когда вот так залезаешь куда-то, а там что-то где-то происходило до этого. Где тут полыхало-то, я не пойму. Идем, идем вперед. Давай, давай, пробирай. Посвети вперед, чтобы никто не выскочил там. А звуки-то все ближе и ближе. Я надеюсь, это Мэтт, думает она. Но, скорее всего, это совсем не Мэтт. Ну давай ты уже. Батарея садится. Все, нет у тебя фонарика больше, все. Ну, идем так, в темноте. Хотя тут уже достаточно светло. Откуда огонь здесь, а? А чей факел? Подожди. Это наш факел? Погоди, а как он там оказался? Я что-то не пойму. А, мы же залезли, да? И она потом упала. Все правильно. Мы с другой стороны, получается, подошли. Окей, все. Теперь хотя бы свет есть в руках. А как теперь спуститься тут? Обратно же мы пойдем, не вернемся. Надо, значит, где-то здесь выход искать. А, вот лестница. Мы, в принципе, могли по этой лестнице подняться, да? А, нет, нет, тут был завал. Получается, мы не смогли пройти. Хорошо, понятно. Значит, выходим сюда. И здесь лежит тотем. Оп! Кто-то пытался цепануть. Тотем опасности, значит, надо аккуратно бродить. Кому-то надо аккуратно бродить.
что-то лежит, да, там, я не пойму, либо кольцо, либо еще что-то, либо камень какой-то. Отсюда не видно. А как мы можем туда пройти? Либо это где-то дальше будет проход. Ладно, полбеды, идем дальше. Хотя бы мы прошли тот лифт. Во как быстро стало бегать, а то еле-еле ходила. Вот уже и выход. Да, только как ты залезешь туда? Это невозможно по такому отвесному склону залезть. Надо иметь приспособление какое-нибудь. Если бы только веревку кто-нибудь скинул. Давай осмотримся, здесь по-любому что-то есть нужное. Кто-то пытался уже лезть, но не долез. Так, ладно, сапог остался. А чей сапог? Ботинок Мэтта, как он сюда попал? Так, это Мэтт оставил. Сейчас найдем второй сапог. А потом самого Мэтта. Давай. Очки. Ханна. Очки Ханны? Так тут что-то вещей столько всяких. Мэтт, Ханна, смотри. Еще от кого-нибудь сейчас найдем что-нибудь. Где? Где горит здесь? Ну-ка, раздвинь-ка эти доски. Отметины на камнях 02-02-14. Что это значит? Да фиг его знает, что это значит. Это дата какая-то. Что-то произошло в эту дату. Не, бегало так хорошо, а тут стало опять медленно ходить. Это Ханна. Фотография татуировки, которую она все-таки сделала. Бабочку. На обороте. 18.03.13. А ты когда себе делаешь... А ты когда себе сделаешь бет? То есть она послала сестре своей. А дата тогда была 02.02.14, да? Там это, наверное, вот когда они погибли. Ну, я, честно говоря, не помню уже. Какие там даты были. Идем. Подожди, мы где? Мы же отсюда вышли, по-моему. Да, из этой пещеры я вышел. Вот туда можно идти, значит. Посмотрим, побродим. Только побыстрее бы ходило, было бы вообще классно. Не торопится, в развалочку идет. Вот лежит что-то. Найдена улика. Крест Бет. О, господи. Ого. Точно 02-02-14. Это дата смерти, получается, ее. А вот это... Еще что-то было, моргало, нет? Показалось. Ладно, идем дальше. Я думаю, что уже выход где-то близко. Потому что сколько можно бродить. Вот и дверь. Все, открывай, заходи. Там что-то есть. Там что-то яркое. Ну-ка, покажите. Ой-ой-ой-ой, это статуя или что это такое? Ну-ка, посмотри. Ё-моёшечки, а! Голова Бет. А как она здесь оказалась-то вообще? О, Боже, Бет. О, Господи. Он ее выкопал, что ли, получается, если крест лежит, а обломки креста? Ее голова. Так, что здесь Эмили делать-то? Надо быстрее сваливать отсюда. От этого придурка не надо с ним связываться. Так. Давай откроем. А, мы вышли к лифту как раз. Все, отлично. Сейчас наверх полезем.
Поедем. Да уж. Давай, нажимай. Теперь все сработает. И лифт отправляется наверх. А здесь тебя ждут новые приключения. Кто идет? Тихо, тихо, тихо. А кто это такой? Господи, только не сюда. Стой тихо, не двигайся, все. А то впалит. И чё, смысл был просто побежать? Это огнеметчик получается, тот, который в начале игры был. Прыгай. Все, получилось еще раз. Все, нормально, хорошо прыгаешь. Ты куда дальше-то? Он сейчас сюда придет. А, надо разжечь. Все, ладно, пускай, да, это преграда ему. Да хотя, что он перепрыгнул так же, побежал, все. А она без факела осталась. Так, ладно. Как-то надо спасаться. Повернуть надо, спрятаться. Повернуть назад. Не, давай спрятаться. Куда она спрячется? Повернуть назад. Смысл какой, он там идет. Ладно, пускай лезет. Может, не заметит за досками. Да, вообще без палева стоит. Здорово. Незнакомец прямо на меня вышел. Подожди, он разыграл? Я что-то не понял. Джош, очень хорошо. Вы правильно догадались. А, это Джош, оказывается. После всего, что вам пришлось пережить, очень-очень хорошо. Ну и как вам, а? Понравилось вам? Страх, унижение, беззащитность, паника. Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет, 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 нет. Их больше нет! Если ты не заметил, Джош, никто из нас не смеется. О, ну что вы, что вы, что вы, что вы? К чему такие унылые физиономии? Иногда полезно заставить сердечко колотиться. Как забились ваши маленькие сердечки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Надеюсь, вы заценили мой фантазмагорический спектакль. Все мелочи учтены, все возможности использованы. Это такое наслаждение управлять вами. Куклами с такими предсказаниями. А, вот этот скример-то был. Кровище. Кровище, море крови, бутафорские тела. Это все недешево. И никаких дум. Вон он как сделал. Но каков был эффект? Офигеть, а? Уж вы-то все приняли за чистую монету. Джош, зачем ты это делаешь? Даже не спрашивай. Этого чокнутого недомерка. Бесполезно. У него крыша съехала. Видать, на колеса забил. Ну какие колеса? Месть! Вот лучшее лекарство. Тебе хана. Майк, он болен. Бросьте, вы еще будете меня благодарить, когда станете сенсацией в интернете. Что-что? О, это будет просто мега-хит. Он облетит всю планету. Тут вам и безответная любовь, и кровище. Море кровище. До всех жестких дисков Китая не хватит, чтобы пересчитать количество просмотров. Ты чё несёшь вообще, кретин? Джессика погибла! Что? Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мразь! Ребята, ну вы чего? Вы чё делаете? Может, хватит, а? Заткнись! Крис! Братан! Я тебе не брат. Куда мы идем? Куда вы меня тащите? Запрем тебя, братан. Что? Посидишь там до утра, пока не приедет полиция. Да вы чё? Я ничего не сделал. Ты издеваешься, что ли? Ты убийца гребаный. Майк, поверь мне, я ничего не сделал. Я твою Джессику пальцем не тронул. Выговор по делам тебе, пренебрежение, заткнись. Как он пальцем Знаешь, не тронул-то? Лучше заткнись.
Крис, старик, ну ты чего? Мы же партнеры. Я не хочу это слышать. Ладно, манди дальше. Ты видишь только то, что хочешь видеть. Ты закрой слеп. Рот! Ты... Чувак! Ну не моя вина, что вы шуток не понимаете. О, что, больно тебе? Что, слегка ударился? Ну, прости меня, пожалуйста! Хватит! Ну ты что? Все! Майкл, мне очень жаль. Выразить не могу, как мне жаль, что Джессика пострадала, но я клянусь тебе, я вообще ничего об этом не знаю. Ярость, мы не можем тебе доверять, агрессии, заткнись. Мать твою, а почему... Так, подожди. Мы не можем тебе доверять. Джош, ответь честно. Ты реально думаешь, что мы тебе поверим хоть на секунду после всего, что ты нам тут устроил? Может, давайте жить дружно? Больно! Думаешь, мы прикалываемся? Все не так. Все должно быть совсем по-другому. Устроили травлю! Слушайте, ну почему вы так со мной поступаете? Все равно у вас кишка тонка! Вы ни на что не способны, слабаки! Так, это ты трус, агрессия, тебе нужно заткнуться. Так, ладно, пусть помолчит. Тебе реально пора заткнуться, чувак. Я даже не понимаю, о чем ты, потому что мне не о чем сожалеть. Охренеть. Значит, связывайте меня, да? Не дергайся. Ага, ладно. Сижу. Кто дергается, того неудобно связывать. Джош, слушай. Ну, немножко-то дай подергаться, а? Что сделать, чтобы ты заткнулся? А, не так сильно. Эй, не так сильно, а то не подергать. Пластиковая снежка. Что? Что за чушь? Что за чушь он теперь мерит? Смотреть против. Смотрите заложников. Гарантия. Раньше такое было? Или нет, мы по крайней мере, деньги. Я не слышал. Да, Крис, вот что. Шансов уложить Эшли в койку после перформанса с пистолетом у тебя как бы и нет. Я пристрелю у тебя, любимая. С Майком ей будет лучше. Уж он-то точно знает, как надо обращаться с дамой. Твою мать! Подсказка. Не надо стрелять ей в лицо. Я ему башку снесу! Не слушай его! Ни к чему. Эй, Майк! 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 Что? Что случилось? С Джесс, Майк? Ты знаешь что? Нет, я не знаю. У меня есть проблема, Майк. Не помню, как убивал Джесс. Дебил. Ну, то есть, я бы наверняка запомнил, как убивал ее, понимаешь? Она такая сладкая. И, наверное, у нее такая тугая, крепкая попка. Заткни свой поганый рот! Так, разоружить Майка, ударить Джоша. Майка мы не будем трогать. Ах ты урод! Нет, стой! Стой, чувак! Остынь! Ты чё творишь? Я... Нет, ты хотел застрелить его! Да я просто блефовал. Поэтому лучше палкой ему дать, да? Чтоб прочувствовал. Какого хрена? Я же мог его убить! Спокойно. Ничего, жить будет. Ну, кто так делает? Ну, по крайней мере, он замолк. Иди-ка ты в дом. Что-что? Зачем? Я покараулю его до утра. Не нужно, чтобы при этом ты его избивал. Вообще-то, я думал, что защищаю тебя. Ну, да, молодец. Теперь пора отдохнуть.
Да ладно тебе! Возвращайся в дом. Давай. Чувак. Давай. Всем пока!